Учения по противопожарной безопасности прошли в Люберцах. В школе номер 6 по учебной тревоге эвакуировали детей. Ситуацию постарались максимально приблизить к реальной. Сотрудники МЧС воспроизвели операцию спасения нескольких подростков, оставшихся в здании. После нажатия кнопки пожарной сигнализации сигналы тревоги разносятся по всей школе. Учителя, предотвращая панику, организованно выводят детей из здания школы через несколько пожарных выходов. А в это время срочно вызывают спасательные службы. При поступлении информации активируются все службы, сообщается в пожарную инспекцию, сообщается в отделы милиции, в неведомственной охраны. Вот. Детей эвакуируют в безопасное место на безопасное расстояние. Однако в этой учебной ситуации всех детей не эвакуировали. По легенде, двое подростков оказались заблокированы на втором этаже. Их спасали при помощи лестницы. Еще две девочки отстали от строя и потерялись на первом этаже. Так как в здании был дым, их пришлось спасать газодымозащитной службе. Все были найдены своевременно и благополучно эвакуированы на свежий воздух. По словам специалистов, учебная эвакуация прошла успешно. Персонал школы, вневедомственная охрана, полиция, спасатели и Росгвардия сработали оперативно. А дети хорошо усвоили алгоритм действий в экстремальной ситуации. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.